После посещения свадьбы в Махачкале отравились более 20 человек. Как сообщает Роспотребнадзор по Дагестану, пострадавшие госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней имени Магомедова. В связи с этим ведомство совершило обход по месту происшествия. Все произошло в банкетном зале «Розовый фламинго». По данным медицинского расследования, все заболевшие употребляли кулинарные изделия из курицы. В ходе обхода на пищеблоке банкетного зала были выявлены грубые нарушения требований к приему и хранению продукции. В связи с этим ведомство требует закрытия банкетного зала. В управление Роспотребнадзора поступила информация о групповом поступлении в Республиканский инфекционный центр больных предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция. В 23 часа количество госпитализированных составило 19 человек, в том числе детей 4. Причиной вспышки явилось употребление кулинарных изделий из курицы, куриного рулета, на свадьбе, которая состоялась в банкетном зале «Розовый фламинго». В ходе проведения оперативных мероприятий в банкетном зале «Розовый фламинго» выявлены множественные нарушения санитарного законодательства.